В связи с проливными ливневыми дождями на республиканской дороге Яна произошли сильнейшие повреждения автодорожного полотна, разрушение водопропускных труб, многочисленные разрывы, размывы и разломы, которые делают невозможным безопасное продвижение легкового и совершенно невозможным для грузового транспорта. Люди, попавшие в экстремальную ситуацию, как могут выживают в сложившихся обстоятельствах. Спят в машинах, готовят еду на костре, чем могут помогают друг другу. Делятся всем, что есть, теплой водой, сигаретами, едой. На реке Куранах при обследовании возможности переезда в воде ближе к противоположному берегу была обнаружена перевернутая автомашина Toyota Hiace, которая не отвечала на сигналы. Оказавшаяся в этих краях на съемках фильма съемочная группа телеканала НТВ помогла с помощью копера обследовать пострадавшую машину. К счастью, водителю и пассажирам удалось самостоятельно выплыть на берег по островам и добраться до Хандыги. Кроме того, на дороге застряла колонна автомашин, которая везет в село Тополиное стройматериалы и другие народно-хозяйственные грузы в количестве 9 единиц. У водителей на исходе продукты и нервы. Они ждут скорейшего восстановления движения и помощи республиканских структур, от которых это зависит. Нина Ханарова, Богдан Тиянич, НВК Саха, Тампунский район.